Почему вот, вот смотрите, есть раздел, да, все понятно. Раздел, у него название английский. Потом мы заходим тоже сначала по-английски, там говорит как имя, потом по-русски аннотация. При каком вот это рассчитано на то, чтобы ну, сейчас все буквально знают английский язык, и чтобы тот, кто не знает русского, мог увидеть, ну и прочитать, как вот. Чтобы могли понять сразу и не прочтут по-русски. То есть это рассчитано и на иностранного. Основная завёрстка, она стоит на позиции, в общем, такого довольно деликатного
кропотливого такого отстранения, такой как будто прозрачности, да? И какой цели вам понадобилось вот это вот жесткое позиционирование? Вы сами себе противоречите. Ну, я хотела выделить то, что меня вдохновило, что сначала человек посмотрел на управляющий раздел, а потом кропотливо рассмотрел стороны. Вольное убеждение, учитывая, что если вы себя позиционируете именно как фотограф, как креатор или модератор, да, то давайте мы посмотрим на эту работу. Центральная часть, в общем-то, она работает. Умоляю всего остального очень хорошего качества, потому что у вас есть работа, просто если вы действительно вышли через такую прозрачную, такую вот сдержанную гамму, лучше было бы ее так придерживаться в этой центральной части страницы. Ну, это буквально как замечательно. Все остальное, как бы, оно служит, конечно, вашей. Нельзя не смотреть на эти, да, маленькие, которые вы вставляете. Да, фотографии и подпись «Нежные чувства». Туфли. Ладно, не самым лучшим. Не самым нежным. Там этот раздел показывает детали конкретно с вами. Ну, вот на этой данной странице. Написано подпись «Нежные чувства». Это название серии фотографий. Что сюда попало, так же как вот Юлия и букет. То есть букет может быть не только у Юлии, но кого угодно может быть. Ну, это именно ее букет, и именно ее туфли. Нет, туфли там отдельно, вот здесь, Юлия. То есть вот этот букет, он может быть как раз детально, да? Но это не обязательно Юлия. Это может быть, да, действительно. Это кто там держит букет. В общем, такие вот тонкости. И что касается типографики, еще у вас идет выключка текста, где разделы, да, идет всего лишь один абзац, да, с выключкой последняя строка по центру. И при этом абзац на отступ. Здесь получается, ну, абзац на отступ вообще обычно существует для того, чтобы отделить один абзац от другого. То есть, ну, чтобы снять вот этот абзац. Понимаете, о чем? Ко всем будет. На мой взгляд, замечательная работа, заслуживающая сам выдающийся